да, Маш? Какого-то монстра дали морского. Что это? Издеваются над девочкой моей. Издеваются, каких-то морских гадов подсунули человеку. На мама любит, на моя хорошая. Вот скажи это другое дело. На. Да, не понимают, что девочкам надо давать. Кушай пюрешечку с курочкой, да. Все невкусно, да, Сёма? Да, да, вкусно тебе. Да, еще как, да? Кушай, кушай. Кушай, кушай. Лоточка, ну как тебе? Не заходит? Совсем-совсем не будешь пробовать вкуснятину такую? Не хочешь морского гада? Попробуй еще раз. Может пойдет, может пойдет. Вкусненько. Ну? Ну так скажи, голодный год. Распробовала? Вот, а ты ешь совсем не то. Вообще в креветках едят мясо, Мотенька. Фу. Я тебя умоляю, Мотенька. Нет, нет, нет. Ты что-то поперепутала, и ты совсем не то употребляешь пищу. Я понимаю, что тебе, наверное, понравилось. Мотя. Да наплюй, ешь уже пюрешечку. Креветки, видимо, победили. А? Меняем тарелку? Заберите свою креветку. Или все-таки картошечка? А? Вот. Ну хорошо, как скажешь, дочь моя. Вы с Сёмой на одной волне. Машка вас не поддержала, к сожалению.